Всем привет, с вами Данил Аймурзин. Шакир Мухаммадуллин. Мы очень часто играем в PES, и сегодня в день зеленого дерби мы сыграем с болельщиками. Нет, не очень. Но мы просто часто играем в PES, я думаю, у нас эта проблема не составит. Кто это? Я вообще без понятия. Из Библии. Адам и Ева. Адамчук. Это этот Адамчук, что ли? Фу. Молодчик. Воронков, что ли? Нет? Так это ж не ворон. Цапли. Дрозд, что ли? Дроздов? ТПС. Ну, Корей. Корей. Подожди, так это же мы. Почему? Че мы? Так мы сюда приехали, нас встречают. Ну и че? Надо ты какая карта сказать. Напомни, какое место это? У меня первый раз 18-е, а второй раз 9-е. Но сейчас мы явно первыми не будем. Знаете, почему вы будете первыми? Потому что кроме вас никто не играет. Колин, Аум. Ну, первый правильно, но... Колин. Подожди, не, объясни, почему Колин. Объясни, Дима, почему Колин. Это колядки, стихотворение. Колядки? Да. Ну тут КамАЗ, что это? Лукаянов у них за футбольный клуб, да? Он? Да. Фу. Трактор. Ты я из трактора увидел. Уже отгадал, сейчас ты. Какой-нибудь работяга по-любому, да? Какой-нибудь ну, работяга. Да. Любит поработать. У нас работяга Кулема. Но это не Кулема, ну, похоже. Не связан. Зак Барс играл? Да. Дыняк? Ну, он у нас играл. Хафик, что ли? Бурмистр. Азулов, что ли? А, работяга, может, такой, да? Да, кто любит поработать. Заводила. Да, Томас. Шелби. Такого нет игрока. Ну, вариант накидывай. Да нет вариантов. Нет, только русский фильм почти смотрю. Надо Башку звать, он-то, блин, все фильмы уже в мире посмотрел. Кто Артём? Какой Артём? Актёр кто это? Томас Шелби. А как его настоящее? Фамилия? Килен? Бапе? Мёрф? Мёрф. Зелёный дерби? Чё? Внимательно смотрите на картинку. 63-3. Хафизуль. Ну, и чё? И всё. И нет. Серый ледовитый океан. На стрелку смотрели. Санникова. Санник? Да, хорош. Фу, тут просто написано Санник. Помнит стрелка чисто, чтобы отвлечь нас. Смотри. Всем спасибо, это было очень легко. А сейчас мы перейдем в наш телеграм-канал и посмотрим, как с этим справились вы.